инженер по пожарной безопасности гостиницы президента отеля. Манько Анатолий Николаевич. Анатолий Николаевич, подскажите, такой вопрос. Как часто проверяются рукава пожарных кранов? Перекантовываются? Еще, кстати. Значит, рукава пожарных кранов проверяются один раз в полугодие. Путем перекантовки, естественно, осмотром, внешним осмотром прохудились. Пожарные краны сами непосредственно? Пожарные краны, значит, спуском воды проверяются ежегодно, проверяют давление и его расход. И один раз. А как часто обучаются группы добровольных пожарных дружин? Ну, группа добровольных пожарных дружин обучается ежегодно на базе МЧС. Вот в данный момент наше ДПД проходило обучение в Минское городское управление, учебный центр. Хорошо, еще тогда такой вопрос. Как правильно определить правильный огнетушитель, годен он к использованию? Как правильно его хранить и, соответственно, хранить? Ясно. Значит, у нас в отеле используются огнетушители порошкового типа, ОП-5. Значит, как определить их исправность? Значит, они закачные, то есть порошок находится в самом баллоне под давлением, есть манометр, по манометру давление проверить и внешним осмотром, чтобы не было, ну, как говорится, ржавчины, дырок и так далее. Ну, ежегодно проверяется на исправность, перезарядка проводится через 5 лет. Спокойно, без паники, покинуть здание. Руководство указателями пути эвакуации. Табличка без зеленого цвета со стрелками направления эвакуации. Просим спокойно, без паники, покинуть здание. Руководство указателями пути эвакуации. Прищучит. Thank you.